Так, ну что, мы с Егором в Полесске. Егор, да, поделись своим мнением о Полесске. Блин, был тут раньше, отличный город. Чистенько, тихо, все красиво. Мне нравится. Природа, речка классная. Только закинули, уже уходит поплавок под воду. Да, клёв здесь действительно хороший. На мосту запрещено ловить, но запрещено неспроста. Если запрещено, значит клюет. Но мы-то не с моста, мы явно с моста. Сейчас посмотрим. Ну вот кто такие здесь окуньки клюют прямо под мостом. Такие жирненькие, хорошие. Мы их сейчас на мангале поджарим. Или сделаем ушицу. В общем, все будет топ. Причем идет по нарастающей. Маленькие, потом средненькие, вот сейчас покрупнее. Да, пошли. Скоро пойдут самы и нас утащат вот туда, в водную глушь. Вот Егор, рюкзак больше, чем он. Нет. Такое небо, квакают лягушки. И мы сейчас выдвигаемся к нашему козырному секретному месту. Но вот местный ДК заброшенный. Здесь когда-то кипела жизнь. Сейчас, соответственно, проклятый старый дом. Забиты окна и мрак царит извечно в нем. Собственно говоря, вот такая вот эстетика. Деревенская, такие маленькие домики, улица, тишина, спокойствие, где-то лают собаки, то есть все очень прилично и очень чинно, ну и дороги, соответственно, классика. Ну вот, значит, наше место для ночевки, то есть оцените красоту, тут получается две реки и канал сливаются в единое целое. Святой Отец, Егор, что вы скажете? Ну, место замечательное, замечательное. Уже я вижу, как плещется крупничок. Вот. Ну, надо заморочиться насчет дров. Надо сходить, не знаю. Не видно ближайший. Ну, так, мангал уже он, можно было не брать. Рыба тут прямо видно. Рыба тут плещется, и вот буквально через несколько часов, я думаю, мы вам уже продемонстрируем результаты нашей сегодняшней вылазки. Так, ну вот мы видим, как Святой Отец лишает девственности палатку. Первый раз, можно сказать, боевое крещение. Сей момент надо запечатлеть. Она двухслойная, с москитной сеткой, поэтому я думаю, все будет четко. Ну вот, собственно говоря, уже смеркается, начали клевать первые экземпляры, то есть вот такие вот чудесные окуни. Обратите внимание, мы их потом зажарим на мангале, и они будут вкусные, подкопченые, мы их будем с удовольствием кушать. Посмотрите на красоту. Ёб твою мать. Окунь сейчас совершил побег. Да, решил уйти от правосудия, но от нас так просто не уйдешь. У нас тут дрова догорают, и мы сейчас будем готовить вкуснейший стейк и куриные ножки. Уже темно, благо здесь есть освещение, поэтому в принципе в кромешной темноте мы здесь не заблудимся. Сидим, кайфуем, жарим стейки на мангале. Так что все четенько, лягушки квакают. Вот такой вот флекс на природе. Между медиумом и бескровием. Как оцениваете стейк? Чуть больше, чем с кровью, но меньше, чем медиум. По-православному? Идеально. По-православному? Идеально. По-православному сейчас пост. Ну, тут есть, скажем так, и местные жители. Это кот. Наверное, он учуял запах рыбы. О, какие глаза прям светятся. Сейчас подойдем поближе к местному жителю. Давно вы здесь обитаете? Много ли здесь рыбы? Уже пошла непосредственно густера.
Вот можете наблюдать. Ловим на ощупь, уже ничего не видим. Просто закидываем и ждем улов. Вот. С утра она будет еще покрупнее, ну а сейчас вот что пришло, как говорится, то мы в садок положим и приготовим. Ну вот, утречка, рассвет. Все очень красиво. Время 3:30. Дым стелется над водой. Как я говорил, у нас пошел плотвиный клев. То есть пришла плотва, мы ее приманили. А вот на улице жарко, плюс 25. Мы загораем. Палатка тоже вон разделась. Да, потом будем жарить ее на костре, либо сделаем муку, что-нибудь интересное. Ну вот и дошло дело до разделки рыбы. Мы ее поджарим на мангальчике. Да, с икорчикой крупным планом. Угу. Беременная рыба у нас. Мы убили. Да, будущее потомство. И сейчас мы все это великолепие будем жарить на мангальчике. Маленькую рыбу себе пила. Ну вот, собственно, вот есть цимис, которые готовятся на мангале. Так, ну что, значит, мы собираемся обратно. Порыбалили, можно и со спокойной душой ехать в Калининград. А вот кот остается здесь. Сколько глубина, можешь сказать, окунуться? Не, не буду. Ну холодно, холодная вода. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Посветил воду? Есть такое. Можешь губа себе.